Уважаемый Вячеслав Владимирович, я командир русского добровольческого корпуса. Рядом со мной представитель Легиона Свободы России. С другой стороны, наши пленные. Мы находимся недалеко от новой Таволжанки, и сейчас они скажут вам пару слов. Рот 8. Пехота. Имя, фамилия? Алексей Беляев. Звание? Старший лейтенант. Откуда родом? Кашин, Тверская. Имя, фамилия? Алексей Викторович. Города Стрелки. Откуда родом? Псковской области. Давай. Сегодня большой православный праздник. Троица. Я предлагаю вам обменять этих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами в храме, без оружия и без солдат. Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы в качестве акта доброй воли, жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем их просто на возможность пообщаться с вами о судьбах России, о той ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже 1.5 года, а теперь она уже ведется на территории нашей с вами Родины, на территории вашей Белгородской области. Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть уникальная возможность пообщаться с нами и забрать двух граждан Российской Федерации, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправили на эту бойню. До встречи!